Все. Ты куда идешь? Больницу. Куда? Больницу. Больницу? Поликлинику. Да? Ты будешь там проверять? Как работают врачи, да? Да, там цифры есть. Угу. Да? Ты боишься? Боюсь. Боишься? Или не боишься? Боюсь. Чего боишься? А вот сказать, надо лечиться. Надо лечиться? Да. Ну, надо было дома себя хорошо вести, да? Чтобы не заболеть. Да. Да? Да. Козявки. Ты мамина козявка? Да. Пришли мы. Тут все, каштаны цветут. Да? Ты не знал, куда идешь? Не знала. Не знала? А вот, кстати, вот эта штучка одевается на... Да. Угу. Да, вот так, правильно. Так? Да. Так? Да, вот так. Ездится. Ну, какой мы дом нашли. Покосившийся. А тут вот кирпичи послетали. Тоже уже наклонился дом. А, или нет? А, это я камеру так наклонила. Нет, еще стоит. Какие дома старые. Тут вот люди. Здесь тоже старые. А там люди свой дом. Люди живут там, да? Да. Это ты Дима увидел, да, дом? Да. Покосившийся дом увидел Дима. А раньше не ровный дом. Ну да, ему уже, наверное, 100 лет этому дому, что он покосился. Это раньше, это давно покосился. Давно покосился? Да. У нас мы давно здесь уже не были. Давно покосился. Да, покосился дом. Вот так вот. Ночью покосился дом. Ну вот так спишь, да, ночью там кык. Кряк, кряк. А я и слышу, как он сломался дом. Конечно, не услышишь. Ешь. Дай. О, сколько пуха. Дай. Мам, дай. Не дам. Сейчас поедем. Не тряси ты меня, ради бога. Пожалуйста. Какой? Что это? Какой? Вот эту кнопку? Дима сегодня с утра проснулся, спрашивает: мам, что это? Первый раз. Я говорю: вентилятор. Мама говорит: надо включить вентилятор. Какую кнопку нажимать? Третью? Это. А я говорю: а тебе зачем? Это. Ну, холодно слишком. Это. Ребенок познает вентилятор. А вот это? Он все равно отключен. Сначала пилот надо включить. Пилот давай включим. А тебе вентилятор зачем? Ну, зимой холодно. Так он холод наоборот будет. Вчера было очень сильно жарко. Вчера мы ходили по делам. А как? И пришли в обед. Я даже забыла балкон открыть. А какую кнопку можно нажимать? Какую? Да, сейчас я нажму. Вот. И только вечером открыла балкон. Было очень сильно жарко. Достал вентилятор. Но он не стоит. Вот эти вот вентиляторы, да, все, кто знает, у него такая большая головка, маленькая ножка, ее еще подкрутить надо. И он просто падает. Вот я подперла его рюкзаком. Да? Да. У нас жарище 35 градусов. Давай включим. Сейчас включим. Сейчас. Вчера были в Билане, у них прям кондиционер там работает. Удобно, так классно, прохладненько, так хорошо, прям офигенно. У нас вот так вот, да? Что ты делаешь? Включила самый маленький, чтобы Дима не продул. Но все равно прям освежает. Около балкона он стоит. Прям хорошо становится. Вот не сказать, что мне прям очень сильно жарко. Ну, немножечко просто дома душновато. Немножко. Хочется, чтобы как-то было чуть-чуть прохладнее, чтобы какое-то было движение воздуха. Сегодня, кстати, я спала с открытым балконом. И 5 утра был, начался сильный ветер. И вот этот ветер прям задувал ко мне сюда, в комнату. У меня сразу стоит вот тут кровать, тут я сплю. Вот, и прям меня ветром просто обдувало. Так классно было вообще.
Я вспомнила, как мы в Сочи отдыхали, спали с открытыми балконами, и как с утра холодный ветерок нас обдувал. Прям шикарно. Люблю такие дни, люблю, когда жарко, когда очень жарко люблю. Люблю, когда больше 35. Жары 40 люблю. Не знаю, не чувствую я этой жары на улице. Все равно на улице как-то не жарко мне, прохладно. А там нету ветра, да? Нету? Нету. Иди сюда. Димочка скушал кашку, пока мама отвлеклась, отошла, налил сам молоко себе в тарелку. И у него, смотрите, получилось такое, что вроде есть и каша, и в то же время нет, и много молока. И я сразу вспомнила, очень классно иметь запас еды. Это кукурузные хлопья, покупала в светофоре, они мне очень-очень понравились. Дим, на тарелке кушай. Вот. И я вспомнила, что они у меня есть, и будет здорово ему туда положить, то есть их и себе тоже сделать. Кстати, тарелочки с фикс-прайса маленькие, аккуратненькие такие, необыкновенные, нам очень они понравились. Особенно Диме. Я купила две штуки для Димы, как раз такие Диме нужны маленькие. Кобочки. И в итоге я сама ем, мне прям очень нравится. Кобочки. Надо еще сходить. Сейчас. Стоили они, по-моему, 77 рублей. Ну, блин, мне так нравится. Там каленое стекло, но у нас почти все стеклянное. Вот это тоже стеклянное, и до этого у нас были. То есть еда быстро остывает, мне это нравится. Как Диме, стекло, в принципе, наверное... Как стекло, вон, как стекло. Вон, как стекло. Сейчас она еще горячая, вот я разогрела. А стекло мягкое. Как стекло мягкое. Здесь как стекло. У тебя молочко там мягенькое, да? Вот. Я хотела сказать то, что очень классно иметь склад продуктов, купленные там когда-то, там пошли в светофор, сразу накупили, да, куча. Сложили там, немножко грязненько, сложили эти продукты куда-нибудь там в склад, и все. И потом сидите, такое молоко купили, ой, хочу там это, хоп, достали, поели. Это очень-очень круто. Да? Сейчас мы с Димой пытаемся съесть весь наш склад. Все продукты, которые их очень-очень оказалось много. Мы сейчас все хотим съесть. Выпиваем вот активно чаи. У меня здесь в пакетах чаи. Это я сейчас приготовила, чтобы вам показать, какая травка у нас есть. Мы сейчас чаи все хотим выпить. Все продукты хотим съесть. Кобуски, чтобы освободились места, чтобы разобрать кобуски, вещи. Да? Чтобы после ремонта освободить все полки. Все разложить аккуратно. Чтобы все было в коробках чисто и красиво. Да, Дим? Там, кстати, тут это мусор лежит. Приготовили. Сегодня гулять пойдем. И сейчас будем кушать, да? Нет, не пойдем сегодня гулять. Не пойдем? Нет. Сейчас мы будем танцевать. У нас соседка опять приехала, опять там ходит, живет. Вот. Ладно, пофигу, да? Нет.